Привет. Привет всем. Так. Ну что, кого, чего? Вечер. Все освободились с работы. А какая работа сегодня же воскресенье? Привет, мы с Сашей вместе. Пара. Мы с Сашей вместе. Вот, передай Томску привет. Томску большой привет. Ой-ой-ой, какие глаза. Как дела? Нормально. Привет, Саша. Вот, сейчас Сашка будет выходить в прямой эфир, мы идем с ней покушать в Урюк. Я изменился, стал лучше выглядеть. Спасибо большое. Минску привет большой. Ну что, пошли? Пошли. Я кому-то говорил, я даже Сашке говорил, что стану лучше, красивее, да, Саш? Помнишь? Я не обманываю своих почитателей. Мои-то красавчики. Привет, 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 привет. Так, ну что, передай мне привет. Привет, Камран. 307, 307. Передай привет Юлии Машковой. Юлии Машковой привет большой. Так, что еще? Сашка там к другой паре прибился, она как маленькая, я ее потерял. Привет, Кристине большой. Ты где? Я сейчас в Коламбусе. Мы с Сашкой идем в Урюк покушать. Это вы друг на друга так влияете. Делаете друг друга лучше. Нет, это время влияет. Я просто понимаю, что надо становиться лучше. И становлюсь. Жалко вам, желаю вам всего хорошего, спасибо большое. Сколько вы вместе, вы очень красивые. Спасибо большое, мы как лед и пламень. Вот. Алина, привет. Привет, Алина. Мария, тоже привет передавай. Марии, Марии, привет большой. Вы лучшие, спасибо большое. Спасибо большое. Так, что еще, что еще, что еще? Че, Сашка, иди, спрашивай, там нас ждут. Даша, привет, привет, вы классный. Так, давайте я выйду сейчас пока с прямого, как правильно Саша сказал, а потом зайду. Ого, всем привет. Ого, здравствуйте. Всем привет. Всем привет, привет, мои хорошие, золотые, любимые мои. Так, о чем я хотел поговорить с вами? Я буду так, я буду, знаешь, я буду, когда пост интересно писать, я буду заходить в эфир и разговаривать об этом в посте. О том, что меня действительно интересует. Мне, допустим, я считаю, что карма не существует. Ты считаешь, что существует карма? Да. Нет. Потому что я твоя карма. Карма не существует, короче. Жизнь – это череда случайных происшествий, обстоятельств. Вот, никого ни за что не наказывают, никого ни за что не вознаграждают. Мы живем просто как живем. Новгороду великому привет огромный. Пьете? Ну, чуть-чуть. То есть мы не пьяные, но мы выпили чуть-чуть. По бокальчику. Саша, бросай курить. Бросай курить, Саша. Хорошо. Вот. А что еще? Сейчас посидим немножечко и пойдем спать, да, Сашка? Да, ведь мы пойдем спать. Спать, красавица. Молдове привет большой. Молдова, Молдова. Теле. Тебе. Привет тоже вам. Бьянка, привет. Оксана, привет. Вы такие котятки. Нет, я пес. Хороший. Спасибо большое. Здорово, здорово, здорово. Так. Мало так смотрит тебя. Ну да, я потому что я не популярный. Привет из Кургана. Кургану большой привет. Так, что пьете? Покажите, а то на столе ничего не видно. Пьем? Ну а зачем что-то показывать? Смысл? Не понимаю.
Ольге Яковлева привет. Я даже слышу, не говоришь, что мы просто в кафешку типа сидим просто. Вы вместе? Ну да, получается вместе. Мне не хочется об этом так заявлять, прям вместе, честно говоря, знаешь, я тебе уже много раз говорил о том, что вот Инстаграм. Привет, Сашу, с днем рождения дочки. Спасибо большое. Здоровья вам, спасибо большое. Я вам открою небольшую тайну. Дешево. На протяжении всего времени мы как бы всегда были вместе, просто Витька это не признавал, а я говорила, ну, не знаю. Иисус чувствует себя вроде бы неплохо, хорошо. Но вы, честно говоря, вы можете видеть по постам, что Иисус пишет. В принципе, что у него вот на уме, то и в посте. Если его читать, то между строк можно понять примерно, какое у него настроение. Ну вот. Только ты его понимаешь. Ой, что нам и говорить. Здорово, как жизнь. Здорово, Жак Фитис, все хорошо. Удалился ты вроде. Саша Груша обещала не поехать. Саша Сыровик. Опять вместе, да. Мне опять основа. Что думаете по поводу последней ссоры Алены Ебарова? Не видел? Не видел, не знаю. Я думаю, что смотрите кино. Смотрите кино под названием «Дом 2». И я думаю, интересно, что будет дальше, как и во всех фильмах. Вот. Анастасия Андреенко, что ты за чучело такое? Так, когда к дочке поедет Саша? Ну, она ездила к ней же на Новый год, перед Новым годом. Сейчас дальше видно будет. Витя, любишь Сашу? Я не буду вообще ничего об этом. Ну, вот мои какие-то личные вещи, переживания, чувства я предпочту держать при себе, чтобы так было лучше. Витя, перестань свою бороду теребонькать. Ты тоже из Орска теребонькать? Ты что, группа зашла? Да. Мне, короче, 25 января днюха, день рождения. Вот. Поэтому мы думаем, что кого. На Дом 2 не хотите вернуться? Нет. Сладеньких снов тебе. Спасибо большое. Так сладеньких снов тебе. Вот, кстати, да, утром надо встать бодро. Спасибо большое, Бьянка. Красавица, с днем рождения. Желаю хорошей девочки, умницы, красавицы. Будь здоровы и счастливы. Но это все твои дочки. Спасибо большое. Ладно. Родители, а как вам Яна Шевцова? Боже мой, хватит про нее спрашивать. Да не нам очень. Она вот, никак. Кстати, знаете, от того, что я смотрю, насколько у вас к ней интерес, видимо, что она там, ну, жестит не по-детски. Витя, привет, как считаешь, Ебаров и Марго любят друг друга? Я, честно говоря, в последнее время думаю, что Ебаров и Марго уже очень-очень-очень давно, еще до проекта они были знакомы. Вот я сейчас смотрю на эту всю ситуацию, вспоминаю, как пришла Марго. И что-то мне кажется, что как-то все было как будто задумано. Слышишь? Марго? Когда этот Маргарита пришла, вот это вот. Ебаров, с Ебаром вот сейчас. Ну. Помнишь, она всех обзывала, и один Ебаров не заступился. Короче, как будто все это было, ну, продумано. Я тоже думаю, что это все подстроено было. На вас так приятно смотреть, спасибо. Позовите на ДР меня, и вам хард-бас, я вам хард-бас танцую. Честно говоря... Раз-два раз это хард-бас. А ты в Адидасе придешь? У Саши и Оли в один день, ДР, с днем рождения, удачи вас. Не у Саши, у моей доченьки. Я родила 4 года назад свою принцессу. На Татьяне день клево. Да, так. Пишите в директ, что по поводу днюхи. Может быть... Когда у вас свадьба? Я скажу адрес, где это будет, и посмотрим, может быть, вы попадете куда-то. Вот. Поздравляю. Так. Петрова Алена. Когда у вас свадьба? Да, мы не думаем о свадьбе вообще. С днем рождения, дочери. Нет, я думаю, он просто не знает об этом. Да, я просто не знаю об этом. Не знаю. Я знать пока не хочу. Вот, видишь, уже пока. Пошляк. А что, о чем я говорил? О чем-то я хотел сказать. Когда дочь...
вы держите ПП? Да, стараемся, но вот сегодня мы, короче, не держим ПП так. Да, мы сегодня такое себе. Такое, да, себе? Блин, мне завтра в 5 утра проснуться надо. Дай бог. Вот. Что пишет по поводу вечеринки? Где проходить? Да, и как? Ну смотри, вот этот град. А вон, здравствуйте, вот этот человек, кстати. Что? А вот этот. Да, ой, это все, знаешь, типа раскрутка. Ой, ты сегодня со мной фоткались. Да, мои про Ябу и Марго. Сашка сегодня по новому Арбату прошла. Слушайте, и как... ребят. О, Чузин, Дом 2, Чузин, привет. Я... Да, Дом 2, Чузин, привет. А, слушайте, кстати, вот что-что, я теперь поняла, что очень круто гулять вот по, допустим, по Арбату, либо в центре Москвы. Очень много людей подходит, фоткаются с тобой, в метро фоткаются. Поэтому я теперь буду почаще как бы в люди выбираться и гулять. Просто у меня такое с детства, я высокий, со мной так все фоткаются. Ну, как бы ты, как бы это... Я по Анапе хожу, там просто все щелк-щелк-щелк-щелк. Я думал даже на пляж выйти зарабатывать фотографии, прикинь. Слушай, ну это тема. Хотела пригласить на открытие своей студии визажа и подарить красивый образ. Что-то 1 февраля. У меня 2.07 рост. Ты все равно лучше сами найдешь. Что? Все равно лучше что? Саша не найдешь на писать. Он знает об этом. Даже за? Да, знаю, наверное. Да? Ну, да, знаю, хорошо. Знаю, Саша. Баня, тебе... Не надо говорить мне этот поддакер. Да, Жека, ты тоже со мной фоткался, мы то есть одноклассники. Так. У меня там группа разрывается, дня рождения, хочу тоже посмотреть, что там пишет. Там прикольно, да? Там пишут они? А? Да нет, я сейчас посмотрю. Нет, он, это пишет. Ткач пишет, Амиран, удалите из группы, пожалуйста, спасибо. Амиран пишет, ай, молочинка, Игорь, удалился ты вроде. Погода у нас не очень, минус 4 градуса, и ветер очень холодный сегодня. Всем было невероятно холодно. Да, у меня руки так отмерзли на Арбате. Боже, она еще 100 раз тебя предаст, а ты с ней все равно. Да. Я очень доверчивый. На самом деле очень доверчивый и добрый. Мне это, ну, из-за этого я по жизни очень страдаю, но такая ситуация. Вам пора домой, все, пока. Спасибо большое за комментарий. Мы поедем сейчас домой, да? Да. Колол хоть раз поросят. Чего? Нет. Что за психоделик у тебя? Нет. Хороший ты парень, Витя. Очень хороший. Спасибо большое. Витя какая, блин, это все солярий дома. Привет. Привет, ты также страдаю. А я не могу не верить в людей. Я всегда верю. Меня очень легко переубедить. Жалко, конечно. Рада видеть вас вместе. Спасибо большое, Настя. Как ты? Детей планируете? Ну, кстати, мы планировали, да, детишек. Не планировали детишек. Нет, на самом деле, все будет хорошо. Саша была беременна от меня. А что ты ржешь, это ж правда. Ну да, просто так сказал, это была шутка. Тоже хорошая игра. Саша тоже хорошая. Спасибо большое. Ты за Сану привет большое. Спасибо большое. Я наконец в Москве. А ты где была, Настя? Для этого аппетита. Спасибо, Виктор, скажу. Приезжайте в гости.
Слушай, Настя, мы сейчас эту неделю полностью забиты у нас, а так вообще можем заехать, да, давай на следующей неделе. А куда заехать? К Насте. Домой? Ну да. Не знаю, посмотрим, пиши мне WhatsApp. Настя, ты заезжай, если что, просто да. Сашка эту неделю будет работать постоянно. Я тоже. До пятницы. Мы до пятницы работаем. Кстати, с Настей надо списаться, может быть, это. Да, тоже я буду. Я тут ничего. Это... Чехотка Маша, пчела красавица. Спасибо большое. В Смоленск приедешь в гости? В Смоленске? Это на Красное море? М? Наверное. В Смоленске же Красное море? Нет, не в Смоленске. А что в Смоленске? А зачем тогда ехать в Смоленск, если там нет моря? Да не, в плане того, что... Саша, ты работаешь? Да, я работаю. Меня же тоже много куда приглашают. У меня родня живет в Иваново, в Иркуте. Сашки вон в Орчане. Воронеже. Я вам скажу, нет. Кроме моря, кроме юга, среднюю полосу я вообще не приветствую. Саша, супер, выглядишь, красотка, спасибо большое. Вот, Красное море в Египте, Дарья, спасибо большое. Значит, лучше в Египет приглашать ее. Нет, я шучу, я на самом деле пошутил по поводу моря в Смоленске. Просто я не люблю центральную полосу России. Не люблю и север. Только юг, господа, только юг. Это Черноморское побережье, Азов. Это. Мы даже не знаем, что еще. Что еще? Вы знаете, что Витек энергетический вампир? Да-да, это уже сегодня подтвердила не только я. Витек у нас, знаете, как любит делать? Он по делу, зацепится за какую-нибудь мелочь. А кто подтвердил, выведет... что все? Угадай. Гадалка? Выведет меня, доведет до слез меня. Потом знает, что как бы я успокоюсь, все будет нормально. Он высосет из меня энергию. Высосит энергию из меня. Нет. А потом я хожу такая вся, как будто реально. В смысле, все не так? Поэтому ты такой молодой, красивый. Ты из меня сосешь молодость. А раньше из кого сосал? С жены, с бывшей своей. Я не энергетический вампир. Да, он сам даже не осознает это. Зато потом чувствует себя прекрасно и великолепно. Тренировка, она просто... Нет, нет. Потом я полдня хожу и думаю о том, что произошло. Поэтому не осознаешь сам. Пусть он тоже тебя обнимет. Я не знаю, что ему вообще хочет. Да, слушай, я не буду, да, вот на бис обнимать. Такой этот вообще просто. Слушайте, вообще, на самом деле, Сашка, спим в обнимку. Так. Сашка любит руки, но я обнимать ноги там обнимаю. А Витя любит мои попочки голые. Коленом по заднице Сашка видно. Вы не знаете Дерека, который в шашках живет? Слушай, ты тот, кто про поросят спросил? Блин. Интересно, где Наша как... все обнимает, а Витя ноль внимания. Это и на проекте так было, вы что, не помните? Витя просто, когда заходит в прямой, он бесит в прямом. Честно говоря, меня бабушка когда-то учила, что это неприлично на публику целоваться. Витек возомнился, что ты... Обниматься. Кто Витек возомнился мне? Не знаю, пишет, Витек возомнился мне. Да. Нет, на самом деле... Когда мы начинали встречаться и вообще, когда он мне начал лечить о том, что типа публика не публика, я вам скажу так, я сразу сказала, я и ты, мы публичные люди, мы будем делать все, что хотим на публике. Понятно тебе, Витя? Я тебе в глаза, кстати, смотрю. Видишь? Трактор нормально, общаемся с ним, он нормально себя чувствует, хорошо. Сумасшедший немножко, но все хорошо. Ой, а что у нас там такое? Нет, ничего это. Давай, Сашка, пойдем уже потихонечку. Ты понимаешь, что я одна это. Жахнешь? Ну так быстро. Давай. Еще солярий был, я горю сейчас. Сейчас горю же. Ч?
Че? Здорово, нормально такое. Привет, привет. Спасибо большое, очень вкусно. Обожаю. Саша, сегодня праздник, давай обнимай ее. Он меня сейчас дома наобнимается так. Да, поверьте. Поверьте мне, вот он реально вот так, а так уже, вот, когда мы просто наедине, он меня я постоянно... честно, я не люблю. Он меня не ухает, не ухает постоянно, особенно с утра, прям когда просыпается вот так. И вот так вот обнимает и обнимает. Почему это людям надо, скажи, пожалуйста, Саша? Потому что. Сань. Не считаю нужным показывать всем. Мне очень нравится, знаете, в этом плане Брэд Питт. Брэд Питт, вот с кем бы он ни был, что бы у него ни было, ничего, никто не знает. Почему обязательно публичный человек должен все делать новое? Нет, это... не обязательно. Поверь мне, вот то, что я делаю, кстати, у нас сейчас дом 2 опять начинается какой-то. То, что я делаю, потому что я хочу обнимать. Ты думаешь, я же тебя так всегда обнимаю. Да не надо на публику обниматься, целоваться. Причем тут прямой, не прямой, в смысле не надо, ага. Прямой, не прямой эфир, мне вообще как бы параллельно, я хочу, меня тянет обнять, я обнимаю человека. А я при людях не хочу обниматься, целоваться. Ну ты обнимаешься, целуешься. Иногда. Не иногда, а всегда, когда я тебя трогаю, поэтому давай не будем, ладно? Не, просто я не могу так вот сидеть, так вот, понимаешь, там, Саша, а мы здесь такие все вот такие милые, мы такие, Саша, здесь такие, что у нас тут так хорошо, что там пишут, что там пишут, мы тут обнимаемся вообще-то, обнимаемся у вас, что там? Ну, это не глупо ли? Ты как маленькая девочка. Спасибо. Я есть маленькая девочка. Жесть, вот, ну вот, вот реально приколи такой прямой эфир, ну просто прямой эфир. Расплылись такие, чё, кого? Чё, целуйся. В попочку поцелуй. Я буду целоваться сейчас. В попочку. Да. Вы что, там что-то пишете? Вы что-то... Что ты в зато... Какой бред просто. Милахи, види, красавчик. Спасибо большое. Мы опять вместе. За сколько снимаете хату? За сколько? За сколько есть наши. Во, молодцы. Алина. Ну что, вместе, да, некрасиво будет. Вот согласитесь, некрасиво. Женщина вот, Катя, 38, вот абсолютно. О, смотри, Саше понравилось. Че, Безу-то подсел на Милену или играет? Да нет, нравится она ему. Счастье, спасибо большое. Видите, какой у тебя раз, 2.07. 2.07, да. Ну, Саша. У меня 175 сантиметров, у Вити 2.07. Ну что, вместе? Да, мы вместе. Мы отвечаем на все вопросы. Ты в Москве? Кто это пишет? Энджи пишет. А кому? Не знаю. А, Килу она напишет. Привет, ребят. Привет. Ну что, чуть пообниматься, да? Нет, надо. Надо чуть пообниматься. На публику. Сразу лайки, понимаешь? С Марго не общаетесь? Нет. Вы в клубе? Нет. Мы находимся в ресторане Улюрюк. В ТЦ «Коламбус» на Пражской. Вот, хорошее очень заведение. Кстати. Вот. Приходите сюда. Саша, очень хорошая, счастья тебе. Спасибо большое. Классная, очень классная. Рад за вас. Спасибо большое. Как некрасиво делать. Ну, вы красивая пара. Спасибо большое. Вы тут лучше, чем в Дом 2. Да мы изменились, кстати. Мы, что Сашка стала заниматься спортом, что я стал заниматься спортом. Вот, все стало лучше. Ариночка, с днем рождения. Спасибо, Алина. Молодцы, спасибо. Молодцы, так держать. Спасибо большое. Правильно Витя говорит. Я, кстати, много правильных вещей говорю. Постараюсь говорить больше. Так,
Ты обалденный, просто тащусь от тебя. Спасибо большое, Бьянка, очень приятно. Как тебе Ариана? Ариана красивая маленькая девочка, Сашина дочка. Счастья, любви, здоровья, с днем рождения ее. Лучше, спасибо большое. Еще раз счастья вам, спасибо большое. Так, сохранишь эфир? Да, обязательно сохраню. Игноришь, Дэн, 89-69. Я не видел, что ты написал, это не игнор. Так. Саша, поздравляю тебя с днем рождения, дочери. Желаю счастья, спасибо, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо большое, вот Сашка сказала. Красивое имя Ариана. Да, неплохое, тоже, ну, редкое. Планируете ли вы свадьбу? Нет, не планируем. Вы вместе? Да. Вы самые классные, спасибо большое. Вот. А ты когда поедешь своим детям? Скоро, через в феврале. Где-то в феврале, да, в феврале собираюсь. Вот. В феврале собираюсь поехать своим детям и буду уже рядом с ними, недалеко от них. Сашулька беременна? Да. Сашулька беременна, Сашулька была беременна. Не, ребят, те, кто не знает, правда, я недавно потеряла ребенка, и я была беременна от Вити. Это не смешно. А кто смеется? Не, ну просто зачем ты говоришь? Я говорю только вместе. Об этом говорить не стоит, я думаю. Ты же сам говоришь. Ты же не хотел быть с ней. Что произошло? Произошло то, что я перестал, наверное, как-то сопротивляться, что ли. Так, как ты относишься к обнаженным фото Саши? Это красивое фото. Как мне сказать? Как? Это искусство. Да на самом деле, были бы они по делу, а то, что не очень хорошо отношусь к обнаженным фото Саши, с фото Саши, но глупо было бы. Я собственник. Передай привет Сергею Самуленкову. Сергею Самуленкову привет большой. Не расставайся, Саша, все еще получится. Приезжайте к нам в Уфу. Фу-фу. В кунг-фу. Ты любишь ее? Фу-фу-фу. Не спрашивайте, пожалуйста, как отметили Новый год. Мы с Сашкой, кстати, в Новый год очень поссорились, мы отмечали не вместе. Мы не вместе отмечали, да, но... К Саше приехала сестра, и Саша на время того, когда к ней кто-то приезжает, подруги, сестры, Саша... Давай не будем, ладно, поливает ля-ля. На это время, поливать на меня. Она с удовольствием ссорится, расстается. Ой, ты, блин, вообще... Ты вообще, а просто спишь с ней. Ой, господа, на самом деле, люблю я Сашу или не люблю, это не ваше, ну, по большому счету, не ваше дело. А сплю ли я с ней просто... У нас с Сашей есть совместный план. Вот. И как бы там ни было, я не собираюсь... Ничего никому доказывать. Я думаю, что единственное, с кем я буду разговаривать на эту тему и дальше в дальнейшем какие-то обсуждать, рассуждать и думать, это с Сашей. Здоровья тебе, дорогая, ты лучшая. И переживай, не расстраивайся. Спасибо. Спасибо большое, Валерия, спасибо. Екатеринбург, кстати, вот Екатеринбург можно было бы съесть. То это их жизнь, да. Вы не расставайтесь, вы самая офигенная пара. Счастья. Спасибо. Зачем лезть в их жизнь? Это личное. Не боишься, правильно. Так. Видите, не надо никому ничего доказывать. Вы вместе, это главное. Саша, держись за Витю. Он очень хороший. Спасибо вам большое, Катя. Блин, я так хотел бы, чтобы все получилось, как я задумываю. Как я думаю. Тоже. Как мы думаем. Так, да, ладно. Не, ну как я думаю. Как я думаю. А я. А ты сейчас просто со мной об одном думаешь. За мужа. Сашка, давай ты поехаешь. Вон, Сашка. Хорошо. Перестану повторять. Саша очень красивая, мне она как человек очень нравится, даже когда на Дом 2 была, очень за нее переживала. Ну вот, правильно, да, согласен, Саша красивая. Спасибо большое, ребят. А, какие вы молодцы, снова мне сердце радуется за вас. Не слушайте, уроды, берегите друг друга. Спасибо большое.
Как говорится, весна покажет. Кто где срал. Да. Хорошо, малыш, я тебе... Что у тебя там, переходы-то есть? Я же смотрю, кстати. Ты Оле напиши, что это? Оле? Я же не переписывала, да. Она что, в группе, она понимает, что куда она будет? Понимает, конечно. Я вчера ей говорила, что она вылетит. Привет, ты работаешь, Витя? Да, работа. Я работаю, я очень устаю. Вы лучше, спасибо большое. Я работаю. Итак, дамы и господа, еще раз. 25 на 26 число мы с Сашкой, возможно, будут еще знакомы вам ребята. Я не буду озвучивать их имена, потому что ребята классные. Они тоже на проекте, кто-то на проекте, кто-то был на проекте. Вот. Мы будем отдыхать в одном заведении и с 25 на 26. И да, плачу. И если у вас есть дикое желание познакомиться, увидеться с Шевой Шароваровым? Да, со мной, с Сашей. Еще с некоторыми ребятами. Да, нашими друзьями, поэтому... Да, и кого вы знаете, наверное, видели, если вы смотрите проект. Так 25 числа. Пишите, пожалуйста, мне и Вите в директ. Мы будем отбирать только самых лучших, самых достойных. Главное, 18+. Да, будет. Ребятушки, там будет закрытая вечеринка. Да, ночная вечеринка, поэтому 18+, обязательно будет по-любому фейс-контроль. И будем спрашивать паспорта. Так что лучше сразу скидывать возраст свой. Вместе это разговариваем. Вот счастье. Вот. А в ближайшем будущем мы будем устраивать вообще грандиозную вечеринку. Там уже будет более свободный вход. Но имеется в виду, что касается дресс-кода и фейс-контроля. Также будет играть мировой диджей. Да. И мы с Сашкой планируем устроить просто разрывную бомбу. Возможно, это будет прощальная вечеринка. Возможно. Поэтому 25 на 26 в районе Таганской будет круто. Пишите. Пишите, будем смотреть. И номера банковских карт еще не надо, чтобы... Ты мне даже не скинул рабочую страницу. Не, брат, не надо. Отмечала. Но только ты скинь, чтобы это... Чтобы если что, я знал, если знал. Жалко очень. А что жалко-то? Брянску большой привет. Ну что, мои хорошие, родные, дорогие, любимые. Буду заканчивать свой прямой эфир. Целую. Обнимаю. Спасибо всем, кто Сашкиной дочке пожелал днем рождения. От меня тоже. Ну, я уже сказал, Сашке, днем рождения. Целую вас. На связи. Да, я давай.